Июнь 45-го Константин Федотов помнит, как будто это было вчера. Тогда он вместе с другими героями Великой Отечественной впервые промаршировал по Красной площади. Спустя почти 80 лет, каждое 9 мая ветерана Заденцова на трибуне, рядом с президентом, гордится не только подвигом своего поколения, но и наследниками победы. Смотришь на молодежь сейчас, душу радует, вдохновляет, и хочется, как говорится, жить и радоваться, что такие наследники у нас еще остаются в нашей любимой отчизне, нашей родине. Среди городов-героев на аллее у Кремлевской стены Минск особо значим для ветерана. Со школьной парты его, совсем юного, отправили освобождать Белоруссию. А годами ранее, пока Константин трудился в тылу, все его переживания были о столице. И мы читали газеты, и всегда душу щемило, что враг все подходит. И, наконец, он уже у Москвы, у стен Москвы. Думаешь, ну что же дальше, что же... А дальше победа советского народа. Память о павших священна. На могиле неизвестного солдата горит вечный огонь, возложены гвоздики. Каждый час – смена караула. Для солдат президентского полка уже привычный график. Равнодушными церемония не оставляет никого. Участники эстафеты «Салют Победе» уверены, посвятив юбилейный этап городу-герою Москве, с выбором не прогадали. О миссии проекта говорят так. Он учит знать, помнить, гордиться. Он каждый год актуален. Но я думаю, что он будет жить вечно, потому что крепко надо любить свою родину нашим и маленьким жителям нашего Одинцовского городского округа. А мы эстафету проводим каждый день в году. Не просто перед 9 мая, а каждый день. Выставки, экскурсии, беседы и концерты. Впереди тысячи военно-патриотических мероприятий. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».